Okay, всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Тропортеана! Oke, kita bersama Yuliana. Oke, sifatnya prosta mi budem pagulian. Ya, saya dulu sama mi prosta mi kocok. Dah, oke, baik job cek. Ya, ini mau kak madil. Cek, ini setelahnya saya ya, ini mau cibi ya, prosta. Iya. Какой место, который тебе понравилось в Казани? Ну, мне нравится Бауман и набережная. Я не думал туда ходить. А, да? Там же просто место. Просто какое-то место. Ну, у меня, ну, мне интересно, когда... Ну, мы первый раз, да? Первый раз, когда встретились, мы погуляли, да? Как, куда были студенты? Обычно погуляли? Баумана. Баумана? Баумана, да. Еще. Еще? Больше никуда. Больше никуда? Ну, я не знаю, куда они ходят. Много кто ходит куда. А, ну, да? Кто куда ходит. Что там человек? Ты не знаешь о Казани вообще? Нет. Нет? Понятно. Как тебе хорошая модель? Как типа как модель? Я как модель? Да. Нет. Нет. Ну ты высокая. Ну да. Куда идем? Вау. Ada orang yang syuting, guys. Куда идти вам? Это национальная библиотека. А, мы идем туда? Нет, мы не идем туда. А что там внутри? Просто библиотека? Да, просто библиотека. Ага. Вау. Вау. Ничего себе. Это Казань-арена, нет? Это Казань-арена, да, это арена. Что, пойдем дальше. Пойдем дальше? Просто так? Набережная ini paling mantap banget. Kalau bisa tahu, mungkin ada lampu-lampu ya di sini. Nah, sekarang kita jalan biasa aja. Aha. Блин, смотри, такая веселая. Смотри, кто лепся лет. Блин, не видно, а то. Ты сказала, что всегда играешь на пианино здесь. Почему? Потому что здесь тихо. Тихо? Да. На наушниках? Да. Хорошо. Jadi kita bakal ke tempat sana. Это что там, что там внутри? Ты не знаешь? Можешь рассказать чуть-чуть? Внутри, внутри нельзя заходить. Если, ну, это что за здание? Не знаю. А ты сейчас никогда не был? Нет. Сейчас узнаем. Пойдем. Хорошо, пойдем. Пойдем. Вау, bagus banget rumahnya. Это дом, да, или квартира? Домики. Домики. Ничего себе. Твоя мечта, да? Вот это дом. Нет. А какая твоя мечта? Вот это. Вот это. Богатая. Ya, sambil jalan kita bakal nanya beberapa pertanyaan ke Juliana. Вопрос и о твоей колледже, да? Колледже. Какие у меня есть предметы? Да. О, как ты знаешь, молодец. Сольфеджио. Гармония? Да, это... Нет, твой... Как называется? Как говорит? Факультет уже? Или что? Эстрадное отделение. Эстрадное отделение? Да. Эстрадное отделение. Эстрадное отделение. А что ты выбрала именно специально? Именно петь? Петь. На пианино? Ну, я еще и на фортепиано играю, да. Окей. Пианино. Пианино. Окей, а какие еще предметы там ты учишься? Ты будешь учиться, да, сегодня? Сегодня у меня будет вокал. Вокал? Вокал, это петь. Петь, окей, ты петь. А у вас нету математический анализ, общество знаний, социологии? Есть. Но это будет завтра, послезавтра. А какие еще русские есть? Литературы русские литературы, есть. Английский язык? Английский язык. Английский язык, есть. Еще? Есть. Исторический, физический? Нет, нет, нету. Нету? Физра нету? А физкультура есть, физкультура, да? Да? Танцы есть. Ага. Сценическая речь. Окей. Ты не устала? Нет.
Ты твое лицо как хотела спать? Я спать. Во сколько ты спала? 4 часа. 4 часа вставала? Нет, я спала 4 часа, легла в 3, встала в 7. 4 часа спала. А что ты делала? Гуляла. Гуляла? Гуляла еще? После того, мы уже гуляли? Да. Ничего себе. Пошла дальше гулять. А, да? С кем расскажи? Ничего себе. Окей, ini masjidnya. Ini церковь. Ini gereja. Как это православный? Да. Хорошо. Сейчас. Ini bagus-bagus banget, gila. Tuh. Мне понравилось здесь. А? Мне понравилось. Понравилось? Да. Bagus banget. Kedekatan ya? Udah kayak McD sama KFC. Ну, типа, как есть Макдональд, то где KFC? Вот это есть Митя, то тогда церковь. Это можно так говорить? Да. Можно так говорить, да? Да, да. Ini perumpamaan aja ya, perumpamaan. Kalau di Kazan tuh kulihat seperti itu rata-rata. Nah, itu Kul Sharif. Udah deket nih. Tuh, deket banget kita jalan-jalan. Yes, kita udah sampai ya. Kita beli Zayus si Kul Sharif. Kazan очень маленькая. Не маленькая Казань, это просто центр. Казань это маленькая. Пойдем поближе. Поближе, да, давай. Biasa di sana terus ke sini, oke, dah, хорошо, извини, пожалуйста, сестренка, куда пойдем? А, вот смотри, сейчас подожди, иди сюда. Там нас видно тут. Сейчас подожди, смотри, не, подожди, иди сюда. Видно нас. А, видно? Да, смотрите. Пойдем что ли? Куда? На Баумана. Баумана? Да. На самом деле мне понравилось в Казани. Люди здесь общительны. А ты была в Москве? В Москве нет. А еще в Санкт-Петербурге? Нет, вообще нет. Но типа они холодные, типа не общительны. Да, я поняла. Поняла, да? И не, кита ди Кремль. Кремль, да? Крем? Ternyata kita udah pernah kesini, guys. Kita nyampe di sini. Ничего себе. Di Kazan tuh banyak wilayahnya, много районов, да, здесь, Мина? Да, да. Это центр города. Это центр. А еще другие много районов. Есть еще много, да, очень много районов еще есть. Это тоже в Казани называется? Да, да, да. Это все по 100 рублей. Хочу покупать. Можешь купить? Да. Давай. О! Что, я красавчик? Да. Как вы зима сума? Вы как найти русская жена, да? Татарская жена. Суть, гайс, суть. Возьми магнитик вот этот. Хорошо. Извините, можно вот этот один? Хорошо. Вибратно. А? Еще. Что хочешь? Не знаю. Это такой же можно? Это можно, да, тоже. Это герб Казани, Зеланд. Змей Зеланд. Это казацкий вот это? Это герб. Герб, да. А, да? Символ. Символ? Да. Ничего себе. Это 100 рублей тоже? Все. Ничего себе. Вау. Классно. Окей, еще один. Да, заведу. Ага. 250. Договорились. Мало. Серьезно? Это серьезно? Пожалуйста. О, thank you. Да, 250 за трех. Сейчас еще один. Сам откуда? Да, Индонезия. Индонезия? Да, салам алейкум. Да, салам. Да. За шапку бесплатно. Ой, извини. Да, да. Я хорошо торговец. Ага. А вот это? Все. И все. Магнитик, да? И да, и вот это бесплатно. 250 и плюс 100. 250. Хорошо. 250. Диско 50 рубль. Мантап. Есть сдачи? Конечно, есть сдачи. Нету сдачи, тогда вот это я возьму, 250. Смотри, тогда вот так сделаем. Вот. 200, и ладно, возьми. О, молодец, такой молодец. Радуйся, радуйся. Да, радуйся. Пойдем туры. Удачи вам. Спасибо. Окей, let's go. Вот такой добрый.
Да? Да. Ты на Аладдина похож. Аладдина? А, да. Oke, kalian bisa lihat ya, di sini ada pembangunan nih. Pembangunannya kayak dibikin seolah-olah ini kayak gimana ya, biar nggak kelihatan jelek-jelek banget gitu. Dilukis biar bagus. Ini masih ada pembangunan, bagus banget ya. Oke, kita balik lagi di sini ya. Kazen Ocean Maling kayak petamu. Ini ada. Iya, di Maling. Oke, jadi Music Pragulyali Sejuliana Spasiba Yurana di Ocean Doka ya. Oke, jadi segitu untuk video kali ini. Sebut cepat bisa sana Instagram Turapartena i itu Instagram Dolskis. Dolskis. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Apa kabar kak? Kak Lin, itu pas Lin Niraj. Pas Lin Niraj. Bye bye. Bye bye. Lin.